рассказывать, что мы ничего не упустили. Да, музыку, наверное, вообще стоит пока выключить, потому что она мешает. Я давно не выходил в эфир, поэтому пока еще парюсь. Так, ну что ж, если у кого-то есть желание и возможность. Поставьте, пожалуйста, лайк, ну или хотя бы комментарий какой-то напишите. Что ж, начну с простого. Смотрите, дело в том, что как бы в интернете я достаточно давно, как бы в разных проектах участвовал, включая те, которые я добавил сюда на сайт. Но те, которые сегодня, вернее, о которых пойдет речь, это вот 5 проектов. Это Solana, Litecoin, Dogecoin, TRX и Litekin. Мне показалось, вот, что это очень перспективные проекты. Я около 3 недель уже в них участвую. Сейчас я, наверное, даже покажу то, что за 3 недели у меня получилось. Но меня просто впечатлило это очень сильно, потому что таких проектов я еще не встречал. Они на один взгляд, вернее на первый, да, напоминают сетевой бизнес, а в другом, ну, как бы пассивный заработок. То есть, вот, к примеру, если я перейду на TRX, и мы посмотрим на саму, скажем так, на сам вот этот кран, да, который предоставляет возможность майнить монеты каждый час. Плюс, в отличие от всех других кранов, которые предоставлены также на сайте, там их больше 20, эти 5 кранов дают возможность еще и поиграть на те монеты, которые мы получаем. Я уже выводил около 30 TRX, очень как бы здорово, мне результат очень впечатлил, учитывая то, что на сегодняшний момент я нахожусь всего лишь на уровне бронза, и то на бронзе я буквально второй день. То есть двигаться можно, не можно даже, а нужно. И я вижу, насколько быстро это происходит. Приглашать партнеров сюда тоже обязательно нужно. Это все как-то очень-очень быстро, такая так, выглядит как пирамида на самом деле. Но дело в том, что проект достаточно серьезный. Сейчас я, кстати, соберу еще 40 тысяч монет. Вот на уровне еще 8 часов мне будут давать по 40 тысяч, потом 20. То есть развитие очень обалденное. И в конечном итоге, конечно же, да, я стремлюсь к уровню мастер. Это чуть больше 2 долларов в час. В час 2 доллара, в сутки 50. Как бы очень-очень замечательно. И учитывая то, что это только с одного проекта, а их 5, как вы видите, да. И это без учета того, какие монеты будут еще приносить вам ваши партнеры. Плюс они будут совершать свой оборот ставки, делать, играя на монеты, да, и приносить вам прибыль в виде 4% от каждой их ставки. Вот 100 TRX они поставили, 4 TRX вы получили, там 1000 поставили, то есть, соответственно, вы получаете все больше и больше выплат. Чем больше у вас партнеров, чем больше сама ваша активность,
Вот я сейчас на секундочку отступлю, а потом покажу, как я в принципе двигаюсь, да, почему вот я так быстро продвинулся в TRX. Я искал этот способ и все-таки его нашел. Сейчас я покажу, почему это сложнее на других монетах, но тем не менее этот способ можно использовать и нужно для скорейшего продвижения. Но это тем, в принципе, кто не желает влаживать, да, собственных средств, потому что на Dogecoin я купил за 15 Dogecoin, это 1 доллар, сразу себе уровень бронза. То есть там я сразу получаю 500 тысяч монет. Офигенно, просто обалденно. У кого есть желание, кстати, пополнять, снимать через Payeer кошелек, и на сайте я прикрутил Payeer кошелек, чтобы вы его не искали, также обменник на всякий случай. То есть зашли на Payeer, зарегистрировались. Можете купить себе монет, можете выводить сразу туда. Я понимаю, что не все умеют пользоваться биржами Bybit, Binance, ну, в общем, различными биржами, да, для вывода монеты, конвертации их уже фиатную валюту. Я зайду на Litecoin и покажу, как я, в принципе, двигаюсь в самом Litecoin, да? Что-то он мне сразу, блин, закинул на присоединиться. Сейчас. Логин. 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 Сейчас я соберу монеты по-быстренькому. Так, логин. Блин, у меня автоматически еще не вошел. Интересно, как с паролем. Так, вот сейчас я зайду в Litecoin и покажу, как я двигаюсь в лайткоине. В принципе, так стоит двигаться во всех вот этих пяти приложениях, потому что иного способа максимальный оборот и повышение статуса, ну, как бы нет. Это единственный способ. Что такое? Что я не зашел? Стримы я постараюсь почаще проводить, потому что понимаю, что как бы вот проекты новые такие, они недавно появились, и абсолютно малое количество людей о них знают, но такой способ пассивного заработка, конечно, меня очень привлек, и мне бы хотелось, чтобы как можно большее количество людей о нем узнали. И хочу, кстати, повториться для тех партнеров, которые будут в моей команде, я обязательно сделаю сайт для того, чтобы вам легче было привлекать людей, чтобы легче было вам двигаться. Поэтому, если что, обращайтесь, я обязательно вам помогу в вашем развитии. Вы при регистрации, кстати, получите 10 бонусных вращений. Нужно просто будет галочку вот сюда переставить при подтверждении почты. Ее подтверждение будет вот здесь. Да? Нажмете галочку и открутите свои вращение. Вот у меня их как бы ноль, да, потому что я открутил. То есть при регистрации во всех пяти вот этих вот браузерных кранах, играх, да, я не знаю даже, как их назвать, там краны, краны игры, игры краны, вы получаете 10 бонусных вращений. И при достижении каждого уровня тоже получаете. Я перейду сразу, вот монеты у меня уже есть, я подсобрал небольшое количество. Я играю только в кристаллах, джимс, то есть это проще всего. Я вот как бы играл на всем, выбирал. Вы сейчас поймете, почему проще всего на троне. Здесь объяснить это будет сложно, потому что не дает баланс достаточного объема, как бы удвоения, да, чтобы полноценно двигаться. Вот сейчас я ставлю на всю котлету, то есть я делаю в лайткоине, в Солане вот именно так. В Dogecoin и Троне я делаю немножко иначе, и я покажу как. Так, ну я в принципе начну двигаться, угадаю, не угадаю, это не важно. Ну как бы не угадал, но вот эта ставка вся, она ушла в мой опыт. То есть она вот сюда вот добавилась, вся эта ставка. Меня это вообще абсолютно не волнует.
Я двигаюсь обычно 3-4 ступени, 5 ступеней. Если угадал, то потом уже прихожу по принципу, как на троне и как на догекоине. Смотрите, какой принцип. Для того, чтобы вам легче было двигаться, ваша задача здесь не выиграть огромное количество монет, а всего лишь двигаться по статусам, по вашему, вот, скажем так, увеличивать уровень ваш. Я начну с простого, со 100, и покажу, как я работаю. То есть моя стратегия продвижения, почему я в троне так быстро продвинулся. Вот смотрите, я угадываю до 3 раз. Раз, два, ну, три, допустим. Не угадал. Я еще раз угадываю 3 раза. Раз, два, три. Не угадал. И третий раз угадываю. Раз, два, три. Ну, угадал. Если бы не угадал, мне нужно было бы удвоиться. То есть этот принцип простой. Да, вот как бы было 80 тысяч, а добавилось всего лишь там 8 сатоши TRX, но в опыт ушло 300 монет. Вот я сейчас сделал 3 ставки по 100, то есть 300 монет ушло в опыт. Самое главное, это не особо увеличивать, скажем так, свой баланс, а не потерять его, совершая как можно больший оборот для того, чтобы увеличивать свой статус. Я надеюсь, понятно, да? Если вдруг непонятно, напишите, обязательно переспрашивайте, я вам все это более подробно объясню. Вот сейчас я еще раз войду в старт, если из 3 не получится, то я, ну, может, даже намеренно проиграю, да, чтобы увеличиться, и вы поняли. Вот третий раз сейчас играю. Блин, к сожалению, выиграл. Вот, все, проиграл специально. Я увеличиваю до 200. И точно так же играю 3 игры. Раз, два, три. Проиграл. И еще раз увеличиваю. И точно так же делаю 3 ставки. То есть вот почему вот на троне легче двигаться. Вот смотрите, 79 940, да, немного я как бы потерял. Но в принципе ставки сохранились, они ушли все в опыт. И как бы особо я не потерял. Ну, все, что можно сейчас сделать, к примеру, там, да, это одной ставкой перекрыть, как бы, чуть-чуть не перекрыл. И сейчас не перекрыл. Да что такое? Одной ставкой, в общем, перекрыть весь убыток. То есть вот забрал. Блин, не совсем получилось. Получилось, да. Вот сейчас я перекрыл весь убыток. То есть, грубо говоря, вот такой вот принцип движения. На картинке, которую сейчас вы увидите на экране, я немного расписал, как все это примерно выглядеть должно. Вот смотрите, уровень 100, мы получаем 125 тысяч догекоинов. Айрон 250, 500, 1,5 миллиона, да, 6,5 и так далее. И это объем, следующая колонка, которую нужно совершить для получения следующего статуса. Вот чем нам важен объем. Почему, играя, не нужно выигрывать огромное количество монет. Нужно просто сохранять баланс. Ведь в следующем часе вам еще придут монеты, еще придут монеты, еще придут монеты. Ваш баланс будет расти. И, исходя из этого, общее количество ставок вы можете увеличивать. То есть вы можете уже начинать, к примеру, вот 80 тысяч монет. Можно легко начинать с 400. Если бы было 800 тысяч монет, можно легко начинать, там, допустим, с 1600. Если 1 TRX, то, соответственно, можно уже там играть там, с 3000 монет. Потому что на 3000 монет, играя сейчас, шансы того, что я вылечу, они огромные. То есть мне не хватит, грубо говоря, вот этого удвоения, чтобы... Я сейчас даже, вот, наверное, покажу. Чтобы достигнуть... Ну, сейчас получилось все-таки забрать. Ну, в общем, удвоения не хватит. То есть вот чем важно вот это вот повышение статуса. Смотрите, здесь немного набросал, как все это будет выглядеть. Я очень надеюсь, это даже еще не первый месяц, как я здесь двигаюсь. И тем не менее, на сегодняшний день уже 30 как бы TRX, да, вот чуть больше 2 долларов я вывел. И это буквально за 3 недели.
То есть я еще ничего не делал особо, вообще, ну, как от слова совсем, да. Но здесь я расписал вот примерно, как будет выглядеть ваш заработок, если вы начнете приглашать людей. Еще раз повторюсь, для партнеров я сделаю сайт, чтобы вам было легче там прикрутить этот сайт в ТикТоке, размещать его в социальных сетях, чтобы вам было легче, чтобы вам каждый раз не приходилось скидывать реферальную ссылку, тем более вы можете брать готовые видео с моего канала. Я также добавлю их на ваш сайт и двигаться, собирая монеты каждый день, мотивируя людей для этого. Когда они увидят, что у вас получается, когда вы увидите, что у меня получается, все это начнет расти пропорционально. Вы сами удивитесь, насколько быстро. То есть, если сейчас я на это трачу огромное количество времени для того, чтобы во всем этом разобраться, все это структурировать и подать вам готовый материал, то есть я это понял тоже не сразу, как бы. Я, наверное, неделю просто игрался. Просто было интересно играться, я искал какие-то краны, которые я добавлял на свой сайт, и напоролся на вот эти вот абсолютно новые игры, абсолютно интересного и нового уровня. И я не смог с них соскочить, я решил ими поделиться с вами. Если вы поймете, как это работает, возьмите ручку, сами для себя, посчитайте, как это выглядит. Вы не будете тратить на это много времени. Но буквально через 3-4 месяца вы выйдете на доход в 10 долларов в час. Вот представьте себе. Все ваши знакомые друзья будут играть в эти приложения. Все сидят в телефонах. Все во что-то играют, но проводят время бестолково. Здесь же вы будете проводить время с пользой, зарабатывая сами, помогая зарабатывать другим. Есть на сайте Telegram-чат. Вступайте, подписывайтесь, общайтесь, загружайте свои скрины. Я специально сделал группу открытой, чтобы все могли делиться своими достижениями. Все могли писать все, что им в голову взбредет. На сайте также предоставлены и другие очень интересные проекты, в которых я как бы зарабатываю и продвигаюсь. Это, к примеру, вот форум «Деньги за посты». Обратите внимание, все очень просто. Сейчас, с учетом того, что есть искусственный интеллект, немного редактируете, и все. То есть вы уже, грубо говоря, в игре, вы можете писать статьи. Не обязательно писать статьи тематики рынка Форекс. Это совершенно не нужно. Факт в том, что минимальная стоимость поста, вот, за размещение которого он будет платить, это где-то 40 рублей. То есть 40 рублей за одно, это от 40, то есть до 3000 рублей за один пост платят. Ну, представляете вообще, как бы, какие деньги здесь можно зарабатывать? Я понимаю, что стрим получается сумбурный, да, мне хочется очень много вам такого интересного рассказать. Блин, здесь я не верифицирован. В этом браузере ничего, покажу в следующий раз. Но тем не менее, я сейчас покажу вам темы, в которых вы легко можете прямо сегодня написать 1, 2, 3, 4, 5 статей. Прямо сегодня, не откладывая никуда, каких-то 200-300 рублей уже заработать. Выплаты проводятся каждый понедельник автоматически. То есть автоматически деньги поступают на ваш счет. Так, наверное, так быстро я не покажу, да? Нужна все-таки авторизация. Ладно, покажу в следующий раз. Все-таки перейду на криптовалютные. Кстати, краны. Зайдите в раздел «Краны». Каждый час огромное количество монет, причем достаточно перспективных, таких, которые буквально недавно даже вышли, и они на слуху. Вот Shiba Inu, да, вы знаете, да, CoinSwap, возможно, вы знаете. NEO, допустим, я не слышал такой монеты. XRP, FreeSTEAM. То есть и эти монеты вы получаете каждый час. Ну, к примеру, вот сейчас получится у меня зайти, не получится, даже может, не знаю, на какую зайти-то. Вот какая-то интересная, да? BFG какая-то. Наверное, позакрываю остальные вкладки, которые не нужны. Так, поскольку в лайткоине я уже все просадил, вкладку я тоже закрою. Опять не авторизован, да? Более 20 кранов. Добавьте себе в телефоне
вот этот сайт на главный экран. В браузере нажимаете в углу три точки, вывести на главный экран. Заходите на сайт, заходите в краны, заходите во все краны, каждый час снимаете монеты. Ну, блин, просто обалденно. Причем также можно приглашать рефералов. То есть копите, развивайтесь, занимайтесь. Все это выводится также на Payeer. Возможно, в будущем освоите Bybit, Binance, будете выводить монеты туда, то есть непосредственно уже на криптобирже. Можете все это конвертировать. Так, что-то долго заходит, не совсем хочет. Что-то я неправильно сделал, да? Так, авторизуюсь. Так, это пока скроем. Музыка пока не нужна. Музыка не нужна. Да что ж ты никак не зайдешь, ты, елки-палки. Не понимаю, почему жалуется. Не знаю, не могу зайти. Подготовлюсь на следующий раз, обязательно все это сделаю. Еще раз, смотрите, то, что касается криптовалютных кранов, на которых можно играть. Заходите, регистрируйтесь. После регистрации подтверждаете почту. После того, как подтвердили почту, у вас будет вот здесь вот сверху надпись «Подтвердить», «Забрать бонус». 10 вращений. 10 вращений забрали, открутили, все, монеты у вас появились. Далее, опять же, показываю, как играть. Еще раз повторюсь, никогда не бойтесь того, что вы теряете монеты. В следующий час опять они приходят, опять вы совершаете необходимый оборот, опять двигаетесь, опять развиваетесь, повышаете свой статус. То есть для вас любой проигрыш не является потерей, абсолютно не является потерей. Да, конечно же, хочется побольше монет, побыстрее достигнуть следующего уровня, поскорее уже выйти на заработок. Но поверьте мне, регулярное посещение вот этих вот сайтов, сбор монет и игры за месяц точно вас выведут уже на второй, третий уровень. За буквально 2-3 недели вы поймете, как этим пользоваться, поймете перспективы этого заработка. Вам легче будет убеждать ваших знакомых в том, что стоит увлечься этим занятием. Ну, блин, это обалденно, просто с телефона зарабатывать такие деньги. Ну, очень классно, я не знаю, мне нравится. Я восхищаюсь тем, что вот кто-то додумался до того, чтобы по принципу сетевого бизнеса как бы создать в криптовалютном, скажем так, сегменте такую возможность заработка конкретному пользователю за рекомендации другим людям, которые будут также зарабатывать, повышая свой статус. Ведь вот на вот этой картинке, да, я не зря как бы расписывал, что вот в первом месяце, допустим, ну, к примеру, в первом месяце там у вас 2-3 пользователя будет. Это я тут так расписал, да, вот прям интересно расписал. Идеально. Это то примерно, что у вас будет происходить там через месяц-два. То есть, грубо говоря, 2-3 пользователя, которые будут уже как бы вашими рефералами и будут пользоваться этими приложениями и играть, они будут переходить на другой уровень. И, конечно же, захотят зарабатывать больше. Конечно же, сами начнут приглашать рефералов. Когда они будут приглашать рефералов и получать комиссию, да, за их оборот, за их сбор из кранов 50%, они, соответственно, будут совершать больший оборот свой. Но тут же они будут повышать ваш оборот. То есть вам больше будет приходить монет. То есть это такие вот ступени, на которых выгодно всем. Я очень надеюсь, что появится огромное количество людей, которые, не знаю, так же, как и я, влюбятся, не знаю, в эти игры, начнут общаться в Телеграме, писать, делиться своими впечатлениями, мнениями, своими скриншотами, достижениями, своими заработками, привлекая тем самым все больше и больше людей в эти проекты. Наверное, на сегодня
такое короткое вот, не знаю, так, резюме об этом всем, обо всем, что я думаю на сейчас, я закончу. Если вам понравилось, напишите свои комментарии, я обязательно буду снимать еще ролики, обязательно буду еще выходить в стримы, обязательно буду оповещать в социальных сетях, подписывайтесь на Телеграм, не знаю, Инстаграм, напишите, какие еще социальные сети добавить, и чтобы легче было оповещать вас там. Спасибо всем, кто присутствовал. Очень надеюсь, что до некоторых из вас дойдет, о чем я говорил. Возьмите ручку, тетрадку, откройте вот эту вот страницу, главную, скажем так, да. Посмотрите вот эти уровни, посчитайте количество людей виртуально приглашенных, ваши уровни и какой у вас заработок. Конечно же, максимально это мастер 30TRX, это 2 доллара в сутки, без учета того, что ваши партнеры будут приносить. Вы представляете, сколько ваши партнеры будут приносить на различных уровнях? У вас на первом уровне может их уже, там, я не знаю, через 2-3 месяца быть там, человек 100, на втором уровне там, человек 20, на третьем человек 15, на четвертом человек 8, да, там, на пятом человек 6. И так вот, и они будут двигаться и двигаться, приближаясь к вам. Вот вы представляете, если у вас будет в вашей команде люди, которые достигнут уровня мастер, пусть даже через год. Вот представьте, у вас 10 человек через год достигли уровня мастер. 10. То есть вы будете получать помимо своих 30 TRX еще 150 TRX. Вот представьте, 180 монет трона. 180 монет трона, на секундочку, это порядка 15-20 долларов в час. Я не знаю, я когда вот это все вижу, когда это все считаю, когда понимаю, как это интересно, я не могу удержаться. Мне хочется этим поделиться с вами. Включайтесь в команду, присоединяйтесь. Я уверен, будет очень здорово. Спасибо всем.